А кто просил освобождать? Ну, русские, которые там живут. Где? Принявшие гражданство. Где? Притесняемые. Где? В Украине. Да? Мариуполь. А где? А в Мариуполе были русские, которые просили освобождать. А сколько их было? Я не знаю. Не знаете, да? А можете, а вот где это найти, что они призывают освобождать? Ну как? Возьмите любого жителя Донбасса и спросите. Не-не-не, стоп. Давайте немного. Мариуполь это какая область? Это Донецкая. Ну давайте тогда пойдем. Киев зачем брать? Тоже призывали освобождать? Вот это вот я не знаю. А в Харькове зачем стояли? Там кто, с Харьковской области тоже призывали освобождать? Харьков тоже хотел провести референдум еще в 2014 году. Угу. Но это было подавлено, это движение. Подавлено, да? И вы сейчас как бы справедливо застанавливали, да? Нет. А в Херсонской области кто просил освобождать? Там тоже говорят все по-русски. И что? Херсонская область. Я как сейчас с вами разговариваю? По-русски, кстати. Да. Вы знаете, откуда я родом? Нет. Не знаете? Откуда вы родом? Западной Украине. Я только без татух, но я расовый бандеровец для вас. Мой отец тоже бандеровец. И что, что там говорят по-русски, я просто не понимаю. В чем суть? С чего начался сам конфликт в 2014 году? С чего? Стали запрещать русский язык. Где? На Донбассе. Как? Каким способом? Я сам слышал эти не выступления. Слышал. Факт. Выступления. Факт запрещения русского языка на Донбассе. Факт. Не слышал, а факт. Как запрещали? Каким способом? Заявление наших, в смысле, украинских правителей, Юлия Тимошенко, к примеру, ну, вот, что надо русских уничтожать и выгонять. Где это из было? Украины. Это было на всех центральных каналах. На каких центральных каналах? Факт запрещения русского языка на Донбассе. Выступление руководителей. Факт запрещения русского языка в Украине, не на Донбассе, вообще в Украине. Выступление руководителей. Кого? Правительство украинское. Давай, ну, будем искать в интернете. Но. Давайте, кто? Юлия Тимошенко. Что говорил? Надо выгонять, запрещать. Как пишем, запрещать. И убивать русских. Убивать русских, Тимошенко, так? Из атомного оружия, да. Убивать русских, Юлия Тимошенко, так? Из атомного оружия. А где должна была брать Юлия Тимошенко атомное оружие? Я не знаю. Не знаете, да? Украина ядерная страна или нет? Нет. Нет. А где должна была брать? Ну, она хотела сказать, что из любого оружия, видимо. Так из ядерного или из любого? Видимо, из любого. Потом другие там также. Я не хуже этого убийства, вот честно вам скажу, я смотрю. Так, давайте возвратимся. Ядерное оружие. Из какого ядерного оружия должны были убивать русских? Поскольку в Украине нет ядерного оружия, то, скорее всего, она имела в виду из любого оружия. Она это говорила, да? Да. Это же бред. В смысле, такого не было. Я сам это слышал. Где? На каком канале? Ее выступление. Я канал уже не помню, но точно по украинскому телевидению.